259-й день войны. Личного состава российские войска потеряли 77 950 штук. РСЗО – 393 единицы. Артиллерийские системы – 1802 единицы. Также ВСУ лишили российскую армию 260 вертолетов, самолетов 278 единиц, БПЛА – 1483 единицы, крылатых ракет – 399 единиц. Средств ПВО 205 единиц было уничтожено ВСУ. Специальной техники 159 единиц. Автомобильной техники 4227 единиц. ББМ 5666 единиц. Танков 2801 единица совершили акт доброй воли. Ну и отрицательное всплытие совершили 16 кораблей и катеров. Слава Украине!